А сейчас мы сразу перейдем к нашему следующему докладчику, Алексею, ведущему разработчику компании BitGames, который нам расскажет, как же нам защищать свои игры от всяких хаков, шмаков. Все, спасибо. Всем привет. Если меня уже представили, то я, наверное, сразу к делу перейду, потому что тема довольно обширная, а времени не так у нас много. Взлом мобильных игр — это проблема, которая стоит довольно остро, как это ни странно. И практически любая игра с ростом аудитории рано или поздно сталкивается с тем, что кто-нибудь попытается ее как-то взломать и изменить так, чтобы получить в ней нечестное преимущество и, ну, потенциально попортить вам показатели доходов и прочее прямо или косвенно. Мы за время разработки нашей ролевой игры «Гильдия героев» для мобильных устройств набили достаточно много шишек в этом вопросе. Ну, много общались с коллегами на эту тему, и вот конспективный этот докладик подготовили по итогам. Что же за хакеры, которые нам угрожают? Значит, стереотипное представление о хакерах — это какой-то сумрачный гений, который обладает самой современной техникой и какими-то сакральными знаниями. Наверняка такие тоже есть, но в нашем с вами случае ситуация зачастую куда прозаичнее. Просто дело в том, что существуют специальные утилиты, которые предназначены как раз для взлома мобильных игр. И обладая достаточным терпением, в принципе, любой школьник может сообразить, как эту утилиту применить к вашей конкретной игре, записать видеоинструкцию, там, залить ее на YouTube, и после этого взлом этой игры станет явлением уже более или менее массовым. По каким же направлениям, значит, чаще всего работают эти утилиты, чаще всего действуют хакеры? Ну, одно из распространенных вмешательств — это создание так называемых, ну, как бы взломанных версий игр, когда официальный клиент скачивается с торговой площадки, хакер вносит в него какие-то свои модификации и выкладывает его на пиратский форум, где его можно скачать бесплатно и без смс и регистрации. И делать такие вещи позволяют утилиты типа APK Editor Pro, которые, как это ни парадоксально, зачастую доступны прямо в Google Play. Уже из коробки они умеют очень много нехороших вещей, таких как, например, удалять всю рекламу из приложения. Естественно, это довольно больно бьет по тем, кто монетизируется с помощью баннеров или межстраничных объявлений. Помимо прочего, ну, они могут вырезать отладку статистики, отладочной информации, отправку этих всех данных. Соответственно, ваши аналитики будут видеть некорректную информацию о балансе ресурсов и думать, что у них что-то не так настроено. Они могут позволять пользователю выдавать себя за другое лицо, используя подмену идентификаторов и так далее, и так далее. Под наиболее популярные игры разрабатываются уже какие-то узкоспециальные хаки, которые меняют бизнес-логику этих игр. Как, собственно, эта утилита может делать так много? Патчи, которые накатываются на клиент, который качается из торговой площадки, представляют собой следующее. Это набор файлов, которые нужно добавить в пакет приложения, набор правил, какие файлы из пакета приложения нужно удалить, и набор правил, как с помощью регулярных выражений изменить существующие файлы, которые входят в состав пакета. Регулярные выражения представляют собой простой, но вместе с тем достаточно мощный инструмент, который позволяет ломать игры по-всякому. Так, например, как мы знаем, в Android элементы UI описываются в виде XML-файлов специального формата. Соответственно, можно с помощью регулярок пройтись по всем вьюшкам в игре и все те вьюшки, которые связаны так или иначе с рекламой, сделать невидимыми. Соответственно, в рантайме, когда приложение будет запущено, в невидимые вьюшки не будут подгружаться баннеры, вам не будут засчитываться ни просмотры, ни тем более клики. Но текстовые ресурсы — это не единственный тип файлов, который уязвим. Так, например, для патчей с помощью регулярок уязвим байткод. Тот код, который на Java пишется под Android, по умолчанию компилируется в байткод, который хранится в составе пакета с приложением в формате Smally. И по этим файлам Smally тоже можно пройтись регулярками и, например, удалить все URL, которые связаны с рекламными сетями или с сервисами статистики. Соответственно, это приведет к тому, что при попытке обращения за баннером или при попытке отправить какую-то диагностическую информацию, ну, запрос не удастся, и, соответственно, этот функционал работать тоже не будет. И аналогичным образом другие форматы байткода тоже уязвимы для подобных вмешательств. Так, например, если вы используете кроссплатформенные средства разработки, такие как Unity или, может быть, Xamarin, по умолчанию, они кроссплатформенный код компилируют тоже в .NET-овский байткод, который в формате DLL лежит в составе приложения, и он таким же образом может быть модифицирован.
Хорошая новость в том, что мы, в принципе, можем определить попытку вмешательства в клиент приложения и выяснить, действительно ли приложение, которое запущено сейчас, является оригинальным, или оно было перепаковано хакером. Например, при публикации приложений под Android вы должны его подписать своей парой ключей. С помощью вашего закрытого ключа формируются цифровые подписи всех файлов, которые входят в состав приложения. Ваш открытый ключ присоединяется к APK-файлу, и при установке на устройство происходит сверка подписей с помощью этого открытого ключа. Если выявляется совпадение подписей, приложение устанавливается, в противном случае возникает ошибка. Хакер не знает ваш закрытый ключ, поэтому он переподписывает взломанное приложение своей парой ключей, чтобы оно могло установиться на девайсе. И этот факт мы можем выявить. С помощью класса Package Manager в API Android можно получить список тех подписей, которыми приложение подписано на данный момент, и сравнить их с некоторым значением, которое вы предварительно можете посчитать до публикации. Если, то есть, выявляется совпадение подписей, полученных фронтами, с подписями, которые вы ожидаете увидеть, то мы разрешаем работу приложения. Если совпадений нет, то выводим какую-нибудь ошибку, типа скачайте приложение из стора, оно было модифицировано или там повреждено. Плохая новость в том, что наивные реализации таких проверок, они тоже уязвимы. И по той же причине хакеры могут модифицировать байткод. И в байткоде приложения они обращение к классу Package Manager заменяют на обращение к некой заглушке, в которую предварительно помещают ваши оригинальные подписи. Соответственно, когда мы думаем, что мы в рантайме лезем за, за подписями, которые приложение имеет на данный момент, нам подсовывают на самом деле фальшивку, ту, которую наш алгоритм проверки ожидает увидеть. И даже то есть, без вмешательства в сам алгоритм проверки, хакер обходит эту проверку, и приложение продолжает работать. Очевидно, нам не стоит делать такие проверки в байткоде, и мы можем вынести их, например, в нативный код. Машинный код, естественно, менее уязвим для таких правок наивных с помощью регулярок, например. И вы можете сделать что? Если вы пишете непосредственно под Android, вы можете вынести такие проверки в C++ и через Java Native Interface обращаться к этому коду из Java кода. Если вы используете Unity, вы можете выбрать в качестве скриптинг-бэкэнда EL2CPP, и тогда весь тот кроссплатформенный код, который вы пишете на C#, он будет предварительно оттранслирован в C++, и уже C++ будет скомпилирован под каждую целевую платформу в нативный код. Соответственно, к системным классам в API Android вы тоже можете из кроссплатформенного Unity кода обращаться с помощью специальных оберток, которые Unity API предоставляет. На слайде есть пример кода. Ссылка на слайды в конце будет, если вы захотите детальнее с этим ознакомиться. Такой способ, как проверка в нативном коде, он, очевидно, имеет такие преимущества, как простота реализации, отсутствие каких-либо сторонних зависимостей, и он работает без интернета. Но, в свою очередь, есть и недостатки. Во-первых, C++ код собирается в машинный код под каждую конкретную микроархитектуру, которую вы поддерживаете. Соответственно, в общем случае у вас вырастает время компиляции и объем файла результирующего. Возможно, это приведет к тому, что вам нужно будет поддерживать несколько файлов, несколько версий клиента под каждую микроархитектуру, на которую вы ориентируетесь. При этом, естественно, машинный код — это тоже не панацея, он тоже может быть взломан, дезассемблирован и так далее. Это тема для отдельного доклада. Ну, вот на слайде есть ссылка на пару таких очень коротких, но емких статей, как это делается. Если вкратце, с помощью дебаггера просто дампится содержимое оперативной памяти, и хакер таким образом получает доступ к таблице символов и, соответственно, модифицирует исполняемый нативный код. От этого можно защититься, если, во-первых, запрещая хакеру пользоваться дебаггером по отношению к вашему приложению, а во-вторых, проверяя контрольную сумму исполняемого файла, который тоже можно получить в рантайме. Еще один негативный аспект в том, что многие платформы вносят изменения в приложение уже после того, как вы приложение туда зальете. Соответственно, вы не можете заранее знать, какие подписи будет иметь ваш APK-файл, например, потому что Amazon добавляет много своего кода в залитое приложение и переподписывает его своими ключами. Вы не можете знать заранее, например, на iOS контрольную сумму бинарника, если вы используете биткод, потому что если вы используете биткод, по сути, там, по-моему, торговая площадка перекомпилирует под каждую целевую платформу то, тот код, который вы заливаете. Значит, существует
отдельные сервисы специальные, которые именно ставят своей целью повышение защищенности мобильных приложений от нарушений целостности. Так, таким сервисом, ну, например, можно отнести SafetyNet, это утилита, входящая в состав Google Play Services. Такие сервисы предоставляют широкий спектр самых разных проверок, связанных с безопасностью, таких как, например, проверка наличия root-доступа на устройстве там, или jailbreak'а, проверка целостности самого приложения, там, исполняемых файлов, подписи и прочего, и даже, я не знаю, проверки URL-ов, ссылок на предмет фишинга. Ну, поскольку как бы, эти сервисы достаточно вдумчиво поддерживаются, они предоставляют достаточно высокую степень защиты, но при этом, естественно, вы получаете дополнительную зависимость. Какое-то время и, возможно, деньги нужно будет потратить на внедрение такого сервиса в ваше приложение. Для работы им, как правило, требуется доступ в интернет, привязка к какому-то вашему аккаунту. И при всем при этом это не серебряная пуля, они позиционируются не как какая-то панацея, а как дополнительное средство защиты от вмешательств. Но, насколько я знаю, Pokemon Go, по-моему, использует SafetyNet для проверки рута на устройствах. Также в контексте защиты от правок клиента стоит упомянуть обфускацию, потому что чем сложнее разобраться в том, как приложение устроено, тем сложнее модифицировать его работу. Обфускаторы бывают разные. Под разные платформы есть много вариантов. Различаются они ценой. Есть бесплатные решения, такие как, например, ProGuard, которые, по сути, уже являются частью пайплайна Android-разработки. Он доступен из коробки в Android Studio, и, по-моему, в Unity он тоже теперь доступен из коробки, начиная с 2017 версии. Но он предоставляет базовое запутывание вашего кода путем переименования классов и методов. Коммерческие решения предоставляют больше возможностей, запутывают работу приложений на большем числе уровней, но при этом просят денег за это. Тут поэтому как бы однозначного совета, что использовать, дать, наверное, не получится, но, в общем, под ваши нужды вы можете выбрать решение себе по вкусу. Следующий аспект. Не всегда хакеру необходимо вмешиваться в работу клиента, если он может испортить те данные, с которыми этот клиент работает. Многие из вас, наверное, помнят такую программу, как ArtMoney, которая позволяла в ПК-играх читерить, начислять себе бесконечное здоровье, там какие-то несметные богатства и прочее-прочее путем сканирования оперативной памяти. На мобильных платформах, на рутованных девайсах ее дело живет по-прежнему, и одним из самых способных ее наследников является Game Guardian, например. Как и ArtMoney, он позволяет путем поиска и отсева найти ячейку в памяти, где содержатся какие-то игровые данные, и вмешаться в них, изменить их значение. То есть, например, пользователь видит на экране, что у него в счетчике монет написано число 19. Он понимает, что там где-то в памяти есть циферка 19, которая отвечает за количество денег у него. Он вводит это число в поиск, находит миллион ячеек, у которых написано число 19 в значении. Он меняет какими-то игровыми действиями значение ячейки памяти, например, тратит одну монету. И из того миллиона выбирает только те, в которых стало 18, остается 1000. Таким образом, он через несколько итераций находит ту единственную ячейку, в которой действительно лежат его деньги. Прописывает туда какое-то большое число, получает несметные богатства. Если игра на несметные богатства реагирует как-то неадекватно, он может попробовать зайти с другого конца. Он может заморозить то значение, которое в этой ячейке было на момент поиска. И тогда, как бы ваш программный код не менял значение в этой ячейке, Game Guardian будет восстанавливать там замороженные значения. То есть, допустим, игрок идет в магазин, тратит 15 монет, у него не остается 2, а у него как было 17, так и будет 17. И таким образом он может, например, скупать в магазине вещи, не тратить деньги, получать урон, но не тратить здоровье и так далее, и так далее. Некоторые значения, такие как, например, цены в магазинах, игрок не может изменить, соответственно, не может осуществить их отсев. Но здесь ему помогает так называемый групповой поиск. Если игрок видит несколько цифр на экране, которые как-то логически связаны, он думает, что они в памяти расположены как-то в узком диапазоне, недалеко друг от друга, вводит эти числа в групповой поиск и находит вот такие вот совпадения, где такие два числа есть рядом. Таких совпадений парных, как правило, достаточно мало, чтобы можно было проверить их все. И вот, например, у нас апгрейд NPC занимал 16 часов, стоил там много тысяч золота. Игрок ввел
эти два значения, нашел несколько пар чисел и прописал единичку там, и получилось, в общем, ну, то, что у него получился бесплатный и мгновенный апгрейд, что, естественно, нам бы хотелось избежать. Соответственно, в таком случае нам нужно сделать так, чтобы игрок в памяти вообще не нашел наши данные критичные, и чтобы обеспечить это, нам надо как-то данные в оперативной памяти обфусцировать. Как это сделать? Можно предложить много-много вариантов. Я, например, сталкивался с рекомендацией хранить числа в памяти в виде строк и для арифметики их обратно конвертировать в число. Это, в принципе, жизнеспособный вариант, потому что на текущем этапе своего развития Game Guardian не найдет в памяти такие числа, но это связано с тем, что постоянная конвертация из строки в число может навредить производительности. Мы для этих целей использовали сначала готовое решение из Asset Store Unity, Anti-Cheat Toolkit, которое предлагает следующее. Они все примитивные типы данных заменяют на структуру, в которой есть три поля. В первое поле при записи значений это значение идет без изменения. И это поле служит своего рода наживкой. То есть, когда хакер будет искать число, которое он видит на экране, он найдет вот эту наживку вместо настоящих данных, которые представляют какой-то интерес для игровой логики. Сами данные хранятся во второй ячейке и маскируются при помощи XOR, сложения по модулю 2, с ключом. Ключ хранится в третьей ячейке. Соответственно, при получении данных, опять же, XOR-ом зашифрованное значение расшифровывается и сравнивается с наживкой. Если выявляется расхождение, это говорит о том, что кто-то пытался напрямую значение в оперативной памяти поменять. К сожалению, эта крепость быстро достаточно сдалась, потому что хакеры быстро сообразили, что рядом с наживкой где-то лежит действительно важное значение. Они догадались, что нужно поменять наживку и соседнюю ячейку так, чтобы поменялись одни и те же биты, и тогда вот эта проверка с помощью XOR уже не выявляла каких-либо нарушений. Мы провели много итераций, пытаясь посильнее запутать эту систему, и в итоге пока пришли к такому решению. Значит, мы сделали один общий ключ на все инстансы, который у нас хранится там в отдельной области памяти статический, и каждую сессию он генерится рандомный. Мы оставили вот это сложение по модулю 2, но при этом каждый раз, когда значение записывается в зашифрованную структуру, оно случайным образом разбивается между двумя ячейками памяти. Соответственно, когда игрок пытается отсеять, по факту у него значение в памяти меняются хаотически, и отсев очень сильно затрудняется. При этом, чтобы сохранить возможность определить какое-то вмешательство, мы считаем контрольную сумму от этих двух ячеек и храним ее также. Соответственно, если как-то все-таки он найдет эти ячейки и попытается, ну, в них изменить значение, то проверка контрольной суммы это должна выявить. Ну, соответственно, плюсы. К плюсам такого подхода также можно отнести то, что используются только простые арифметические операции, и поэтому производительность такого подхода, ну, остается, во всяком случае, приемлемой. Но я не удивлюсь, если эта крепость падет тоже, потому что Game Guardian все-таки не стоит на месте, развивается и уже позволяет примитивное шифрование обходить, выявляя какие-то паттерны изменения данных в памяти, а не точное соответствие. Также стоит упомянуть, что те данные, которые вы храните между сессиями, тоже могут быть подвержены взлому. Так, например, ну, если вы пишете на Android данные в ту папку, которую вам система предлагает, то пользователь может их посмотреть и модифицировать, заменить, удалить, даже если у него нет рут-доступа на девайсе. Буквально, по-моему, неделю назад была восхитительная новость, что приложение Компаньон к, прости господи, умным секс-игрушкам записывало вот в эту папку данные о сессии пользователя, включая его стоны и прочее, записывало звук. И кто-то просто догадался туда залезть посмотреть, что там пишут. В общем, из-за этого был скандал. Так что если какие-то данные критичные вы туда пишете, то их лучше, во всяком случае, как-то шифровать. В качестве альтернативы можно предложить интерфейс Shared Preferences на Android, который кладет данные в XML-файл в специальной папке, куда без root-доступа долезть нельзя. На iOS можно сделать это с помощью файла plist, который хранится в папке с приложением. Туда без jailbreak тоже пользователь, по-моему, залезть не сможет. И Unity предоставляет кроссплатформенный интерфейс к этим хранилищам, который позволяет, ну, вам, по сути, оперировать с хранилищем ключ значения и вот сохранять данные в этих более или менее защищенных источниках. Ну, плюс в том, что да, туда нельзя заглянуть без рута или джейлбрейка, удобно достаточно использовать, но при этом вы можете хранить там только примитивные типы данных. И также стоит упомянуть, что мы
получали от пользователей сообщение о том, что при обновлении прошивки или при обновлении приложения у них содержимое shared preferences на андроидах удалялось на каких-то вот редких девайсах без какой-либо системы. Поэтому ну, такие инциденты там, с китайскими девайсами тоже стоит учитывать, хотя спецификация не предполагает такое поведение. И если вы храните что-то критичное в shared preferences, то тоже стоит где-то это дублировать. Также игровые сервисы популярных торговых площадок, как правило, предоставляют возможность облачного хранилища, ну, облачного хранения сохраненных данных игры. Да. И обычно эти сервисы тесно интегрированы с платформами разработки, поэтому в Unity из коробки, по-моему, поддерживаются iOS-овские и гугловские сервисы. Но для остальных, во всяком случае, есть какой-то плагин, обычно удобный. Соответственно, вы из коробки получаете какую-никакую защиту и шифрование, возможность синхронизировать прогресс между девайсами. Но при этом, естественно, это еще одна зависимость, которую нужно внедрять и поддерживать. Ну и еще один аспект защиты — это спидхаки. Многие игры монетизируются с помощью тайм-менеджеров, когда предлагают игроку либо ждать, либо заплатить. И игроки кидаются первым делом переводить часы, чтобы не ждать и не платить. Здесь нам могут помочь так называемые монотонные часы. Монотонные часы — это таймерное устройство, которое всегда идет только вперед, не подвержен никаким изменениям даты. Это, по сути, просто счетчик тактов процессорного времени, который инкрементируется с момента запуска устройства. Соответственно, как им обычно пользуются? Синхронизируются единожды с каким-то сервисом точного времени, получают доверенные значения точного времени на данный момент, получают с устройства вот этот вот монотонные часы, текущий монотонный аптайм так называемый, вычисляют разность, сохраняют эту разность, и в дальнейшем, там, например, каждый кадр получает уже именно этот аптайм, прибавляют сохраненную разницу и получают точное время без необходимости постоянной синхронизации. Доступ к этому монотонному таймеру в Android осуществляется с помощью класса SystemClock. Если вы это делаете сами, то под iOS делается с помощью системного вызова через sysctl. Но поскольку эта практика достаточно распространена, есть готовые решения, например, в Unity Asset Store вот, мы используем плагин под названием Time Cheat Prevention by Василий. Нюанс в том, что пресловутый Game Guardian нам и тут может подпортить малину, потому что он может вмешаться в работу монотонных часов, ведь у него есть полный доступ к девайсу, по сути. Он может туда, откуда система читает показания монотонных часов, грубо говоря, положить какую-то лажу, например, сдвинутое показание вот этого аптайма. И наша игра будет получать это вот значение ложное, прибавлять дельту и получать сдвинутое точное время. Соответственно, ну, таким образом реализуется спидхак. Поэтому в таком случае нужно как-то пытаться выявить, насколько сильно время скакнуло у нас, например, в течение одного кадра. Если время ушло на 10 часов вперед по сравнению с предыдущим кадром, то, наверное, был применен какой-то спидхак, и синхронизацию с сервисом точного времени стоит выполнить повторно. Так, из того, о чем мы успели. От модификации перепаковки приложений защищаемся проверкой подписей. Весь критичный функционал по возможности выносим в нативный код. И при необходимости используем сторонние сервисы для проверки целостности. От манипуляции с данными приложениями в оперативной памяти мы спасаемся путем обфускации этих данных. Сохраняемые между сессией данные мы шифруем или сохраняем где-то в облаке. Ну, от спидхаков защищаемся использованием монотонных часов и регулярной синхронизацией при выявлении каких-то аномалий. Ну, пока у меня все. Ссылка и QR-код на эти слайды вы видите на экране. Если надумаете вопрос, потом пишите на электронную почту. Ну, если у вас есть вопросы сейчас, то давайте обсуждать, потому что тема плодородная для обсуждений. Спасибо. Спасибо, Алексей. У нас есть время буквально на 1-2 вопроса. У меня вопрос вот про перемотку времени. Вы говорите, что можно синхронизировать с каким-то сервисом, насколько я понимаю, точное время. Да, да. Почему нельзя просто при каждом старте билда синхронизировать с ним? При каждом старте? Да. Можно. Ну, ага. мы по сути так и делаем. Но просто если вы хотите свести к минимуму обращение к интернету, потому что как бы бывает такая ситуация, что нужно дать, чтобы игроку возможность играть в самолете. Если вы хотите это реализовать, то вы можете хранить между сессиями эту дельту, чтобы при следующих запусках игра не синхронизировалась, а использовала то, что было на момент прошлого запуска. Соответственно, если девайс он за это время перезагрузил, то тогда уже выдавать ему сообщение о том, что нужна синхронизация.
текущий момент. Вот для этих целей, да. Еще? Тогда у меня есть вопрос, а насколько вообще рентабельно было всем этим заниматься? Ну, вы как-то смотрели, считали, думали про то, что стоит оно того? И не было ли таких смешных комментариев в духе «я вам ставлю одну звезду, потому что игру взломать нельзя»? Да, такое было. Насколько рентабельно заниматься? Тут нюанс в том, что как бы у нас просто игра изначально планировалась как сингл, и поэтому много логики живет на клиенте, но с внедрением всяких PvP, гильдий и прочих мультиплеерных фишек, если кто-то один что-то взломал, то другие все это видят. И другие ругаются, им это не нравится. Ну, в общем, начинается бурление в комьюнити. Это нежелательная ситуация. Поэтому, в общем, их стоит свести к минимуму. И другой аспект, если этот человек не всплывает в комьюнити, он может аналитикам попортить баланс ресурсов. Грубо говоря, у него из ниоткуда берется золото, и аналитик видит, что золото в сумме у всех игроков накапливается больше, чем тратится. Они думают, что игра настроена неправильно, что игроки могут откладывать золото. На самом деле просто это кто-то один себе нахачил миллиард и этим попортил общую картину. То есть вот это тоже сбивает с толку сотрудников, поэтому от такого стоит нам защищаться. Ясно. Спасибо большое еще раз. Все вопросы, я думаю, вы сможете... После вы можете подходить, я здесь буду еще все полтора дня, так что...